Более 70% грузов в Якутию доставляют автомобильным транспортом. Об этом говорили на республиканском слете дальнобойщиков региона. Между тем, условия работы на севере непростые. Это и сезонность дорог, отсутствие дорожного сервиса и заправочных станций. Плохая связь. Во время торжественной церемонии лучшим представителям профессии вручили благодарственные письма от имени правительства республики и знаки почетного работника автомобильного транспорта региона. Кроме того, на мероприятии подписали ряд соглашений между дальнобойщиками и республиканскими властями. Дальнобойщикам вот эти соглашения дадут в будущем на их работе, как будет стимулироваться их, например, на приобретение КАМАЗ-лизинга, субсидирование. У нас в республике такие программы есть. И уполномоченные по правам предпринимательства тоже для дальнобойщиков очень интересный. А для дальнобойщиков это тоже для их интереса будет соглашение. Ну, по правам предпринимательства, их по договорам, по соглашениям тоже у них проблемы бывают.